Какие они восхитительные! Не, ну, посмотрите, это просто чудо. Толстенькие солдафоны такие. Если что. Так мои голоса, блин. Ты это самое, прилично стань. Как? Я не могу. Руслан Цапко на рабочем, на рабочем месте. Рабочие моменты. Рабочие моменты, блин. Косит трын траву. Трын грибы. Он подкашивает так. Нравится ему это дело. Вот хорошо, когда человеку нравится его работа. Да, вот таких шлепунов сегодня было очень-очень много. Вот, смотрите. Переросли. Мы сегодня ходили, много срезов было, очень много срезов. Сейчас вот нашли какое-то местечко, где шляпы и всякие малыши. Именно по осикам советую ходить, по маленьким осиночкам. Здесь при начале ствола много растет и маленьких, и больших. Вот опять здоровые, но здоровые нам нафиг не надо. Вот русел лопухи берет. Смотрите, смотрите, русел лопухи берет. На солянку. Да, правильно. Лопухи самое вкусное на солянку. Это самый оптимальный вариант. Не сколько мелкие даже, а именно вот такие лопушечки. Они на солянку вообще само то. Именно сами шляпки. Ножки, потому что уже жесткие, они уже тонкие. Вот это специально на солянку. А это на закатку, на мариновку. Так, ну, ой, ну, так, это на солянку, это на мариновку, это на мариновку. Ну, все, начинай. Погнали. Мариновочка. Мариновочка тоже. И маленькое продолжение. О, по земле тут еще стелится. По земле еще мариновочка идет. И сюда тоже. Я еще не знаю, что там за пнем. Там тоже, наверное, что-то интересное будет. Трава есть. Ну и при корней. При корнях вон под елочку уходит тоже. Крыжовка. Крыжовка, как слышно. 24 сентября. Прием. А, всем добрый вечер. Сегодня здорово. 20. Здорово, здорово. Сегодня 24 сентября. Сколько время уже? Часов? 7 часов вечера. Почти 7, да. Короче, темнеет. Вторая смена. Мы сегодня вторая смена. Поехали по грибы, по опята. По опята. Молодые, прекрасные грибочки опята. В Крыжовке. На этот раз в Крыжовке. Минский район. Ну, грибов много-много срезанных. Искали, короче, ну, как бы сказать, трудовые. Ну, то есть мы нашли место там, где уже, ну, людей не было. Так по срезам ходили в основном. И нашли, где растут осины. Да, именно что самое интересное, в тоненьких осинках. Вот именно там был гриб. Беленький такой, именно белые грибы, опята. Всего доброго, спасибо за внимание. Пока. А что ты музыку не включишь? Вместо тысячи вампиров лей дра, пройдусь мурашками прямо.